Участники заседания Межведомственной комиссии по налогам и сборам, легализации трудовой деятельности и объектов налогообложения расположились в помещении налоговой инспекции. Цель работы – увеличение поступлений налогов в бюджет путем побуждения налогоплательщиков к самостоятельному уточнению налоговых обязательств и недопущению нарушений налогового законодательства в последующих периодах. Такая работа ведется в администрации города на постоянной основе. Должникам направляются письма, они также разбираются на комиссии. Всего в результате контрольно-исковой деятельности было погашено 2 миллиона 181 тысяча недоимки прошлых лет. Вот поэтому с недоимщиками мы ведем постоянную работу. В основном все долги, которых прошлых лет, они у нас либо в решении, либо вот у судебных приставов находятся. Но с текущими тоже работаем, обзваниваем и письма направляем. На расширенные заседания приглашены физические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие значительную задолженность перед бюджетом. Поэтому с каждым посетителем решается один и тот же вопрос – погашение недоимки. Ситуация рассматривается детально, ведь сидящие за столом напротив собрались вместе совсем не для того, чтобы обвинять или ругать. Задача – разобраться в том, что мешает налогоплательщику исполнить свои обязательства. В первую очередь мы ставим для себя задачу, для того, чтобы помочь налогоплательщикам, у которых какие-то возникли ошибки или какое-то недопонимание, или возникли проблемы с уплатой налога. Во-вторых, мы еще раз подводим итог оплаты налогов, в том числе и неналогов, в бюджет города, понимая, что сегодня бюджет города необходимо наполнить и решать социальные вопросы, которые стоят перед нами, а именно те вопросы, которые нам ставят сами жители. Подводя итоги заседания Межведомственной комиссии, главный аналитик главы администрации Тамбовской области Светлана Бабаева отметила, что УВАРВА – одно из немногих территориальных образований области, где налажена качественная работа по обеспечению поступления платежей в местный бюджет. Я неоднократно уже приезжала в этот район, у них неординарные методы подхода. Эффект есть, поступление есть, на хорошем счету, на мой взгляд, поскольку комиссии действительно всегда проходят плодотворно, приглашаются и должники, те, которые налоги не уплатили своевременно, и плюс идет выявление дополнительных резервов по уплате налогов, это таких, как выявление дополнительных земельных участков по объектам капитального строительства на те, которые не зарегистрированы права, то есть это все дает дополнительное поступление в бюджет. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, «Наш город».